Это поедет к вам. Спасибо большое. Я так старалась для Игоря. Вот видите, я сделала костюмчик, чтобы мы были в одном цвете. Сделала причесочку кудрявую такую. Все для того, чтобы он был счастлив. А пока идем в окошко, потому что тебе нужно всем открыть, нужно аккаунт. Если у вас аккаунт закрыт, вы ничего не увидите. Мы с мамой поссорились. Так вот, такие вот наушнички. Завтра утром кому-то уедет вот эта вот красота. Блин, пачка расползается. Потом вот эта вот красота еще кому-то уедет. Вот, я уже показывала. И по вот этому массажеру пока что никто не ответил. Поэтому, если не ответят и дальше, то я буду кого-то выбирать заново. Смотрите, какой костюмчик красивый. Поэтому не забывайте быстренько забирать моих друзей. И все. Вот, в правом верхнем углу. Вот, забирайте, нажимайте. И по этому резервному аккаунту я отслеживаю, кто же к нам пришел вновь. Вот. Поэтому не забываем, пойдемте на улицу, посмотрим на наш праздничный стол. Идем смотреть. Вот мой костюмчик. Полный рост. Как его? Мне кажется, очень красиво. Ничего страшного. Если у вас будет 45 человек вместо 47, я переживу этот момент. О, какой роскошный стол. Ну как? Нет, у меня прям дома. Я такая голодная, я хочу чем-то съесть. Да. Салат роскошный. Конечно, спасибо. Вот как-то у вас тоже полная программа. Мама не позвала, не знаю, так Игорь вопрос. Ой, смотрите, рыбка жарится. Да. Ну не, у нас уже все. А куриного нет? Как нет? Дай мне кусочка съем, попробуем. А Лёша есть, нет? Давай. Ой, Пеликанова, зайка, вам на ресницы еду. Спасибо, Лёв, спасибо. А ты слушал? Не слушал. Ну как, малыш? Это нереально. Смотри, твоя дорода. Смотри, мам, зай. Опа. Это пушка. Нет, зай, в среду приду. Завтра не приду. За это очень вкусно. Да, дочь. Ты переодевайся. Да? У меня же в один цвет специальный костюм подарил. У меня все по фэншую. По фэншую?
Жай. Что ты на дочь знаешь, Лина? Она тебе может быть покорна, не переживай. Может. Да, пойдем. В следующий раз покорна. Я специально для Игоря готовилась. Прическу делала. Но ему пофиг, я вам отвечаю. Я журналистам сказала, Зай, я купила нам костюмчик для ночи. Он мне сказал, мне нахер твои костюмчики не нужны. Раздевайся, ложись, раз пришла, и все. И с тех пор я больше ничего не покупаю. Вот. Он у меня такой, он топорный немножечко. Он настоящий мужик. Вот вы знаете, такого искала. Единственный недостаток в нем, он мне выпить не дает. Это вообще жесть какая-то. Мне придется ныкать заначки, мне кажется, по дому. Вообще не дает. Он это все комментирует и, так сказать, оправдывает тем, что хочет от меня детей якобы. Ну, вы понимаете, да, вот это бла-бла-бла. Вот. Я вынуждена терпеть. Смотрите, какое у меня кольцо, зато красивое. Я надеюсь, меня его не снимут. Вот. Да, я прям молюсь. Я да все закрываю глаза. Лишь бы женился. То есть вообще на все. Видите, как ему смешно. Я настолько дорожу этим кольцом. Да я так надеялся его потом в ломбард дать. Ему, видимо, придется придержать. То есть вы понимаете, та серия, что я просто буду молчать до свадьбы, а потом все пиздец полный будет ему. А вот он это знает, поэтому я, когда мы с датой, мы выбрали не самую ближайшую для свадьбы, я вам честно скажу. То есть это не через месяц, к сожалению. Я-то думала, вот уже, в июле. Но не в июле. Вот. Не в июле. Реально, зачем ты показываешь свою благодарность мужику, что предложение сделал? Ну, я правда ему благодарна. Но для него это ответственный шаг. Это его первый брак, может быть, будет. Но не факт. Не, в августе, это правда. В августе. Вы угадали. Смотрите, значит, он сейчас смеялся, да, как только речь зашла, правда? Вы сейчас услышите, да? Он просто замолчал в эту же секунду. Вы сейчас поняли, да? А нет, это еще не все. Когда он мне сделал предложение, у него в течение 8 часов дергалась нога. И когда я ему говорила, давай займемся как бы, ну, вещами приятными ночью, он не смог, на самом деле. Но человек перенервничал, вы понимаете, да? Но для него это реально тяжело. Я-то думала, что это счастье на мне жениться, но видите, тяжело отдался вот ему этот шаг. А мы Кристину с братом позовем на свадьбу, Зай спрашивает? Ну, конечно, почему бы нет? Всех позовем. Мы с Кристиной, наверное, подружимся. Да. А что еще позовешь на свадьбу? Ну, это обсуждаемый вопрос. Ну, Зай, ну почему? Ну почему? Ну, я же всегда с мамой была сутками. Ну зачем ты так говоришь, Зай? Она же меня родила как-никак. Любимая теща, я тоже ее очень люблю. Куда же без нее? Так, ребят. Забирайте моих друзей в правом верхнем углу. Всего лишь 47, у кого-то 45, потому что 2 аккаунта не открываются. И все. И фея с вами еще денечек. А также в окошке. Нет, у нас не 5 августа свадьба. 5 была у моих родителей. У нас немножко другого числа. Да, Занька? Да. Вот. Ты счастлив? Безумно. А почему ты кольцо не носишь? А? Почему ты кольцо помолвочное? Потому что это левая рука. Нет, она правая. Но правая нет, а зачем сейчас врешь? Ну ты же его снял сразу, Зай.
Машенька, ну я как-то не привык кольца носить. А, ну значит, я тоже не привыкну сейчас. Нет, ты, а ты привыкла? Нет, нет, а я не привыкла. Сейчас тоже может мне будет мешать посуду мыть. Машенька, машина, угу. Солнышко. Угу. Так что ничего она мешать не будет. Моя принцесса. Нет, у меня любимого нет, что. Давай. Все, пошли за стол. Давай, пора. Да, ради Китая. Так, давайте сейчас фея идет уже в окошко, поэтому в окошке все продолжим. Одно только желание в окошко. Я всех вижу, не написывайте в директ.